Да, задание, конечно, было такое. Ну, блин, этот вертолет, он читерский просто. Надо мной зависает и просто на 90 градусов вниз палит, и все. А я не могу даже так камеру поднять. Все. Ноль шансов, если над тобой нет крыши. Дороги. Господи, какие тормозные. В последний момент только обращайте внимание на что-то. Видели его реакцию? Надеюсь, не заметили. Взорвать бы у тебя что-нибудь под ногами. Господи, как это могло произойти? Кто устанавливал все это оборудование? Как все сэкономили? Фух. Привлек внимание, но не спалился, но... Блин. Его нужно найти. Всем ясно? Ищи, ищи. Куда он пропал? Я ж прям невидимка. Бегаю тут перед вами, вы меня в упор не видите. Спрашиваете, куда я пропал? Хотя все еще здесь. Гляну там. Правильно, погляди, один здесь, второй там и третий. Тут чисто, там гляну. Нет тут ничего. Иду дальше. Здесь никого нет. Пойду дальше. Так, это их командир, что ли? Почему он? Тут никого, иду дальше. Отмечен звездой. Никого тут нет, иду дальше. Типа самый тупой по этому командир, да? Тут давай тут сюда иди. Продолжаю поиск. Стесняются. Вот он! Как ты меня заметил, а? Я думал, это невозможно. А, грёбаный калаш, как я тебя ненавижу вообще же. Дробовик лучше взять. Настоящая гангстерская перестрелка, дробовики на дробовики. Блин, меня еще и преследуют теперь. Но как так можно было промахиваться? А, здесь уже не поможет дробовик. Так, и что мне нужно здесь вообще сделать? Блин. На второй этаж, да, забираться, я так понимаю? Так нельзя, да? Муклевать не получилось. Дверь не открывается, да? Конечно. А нафига тогда этот закуток-то вообще нужен? А чё ты меня стреляешь? Хватит уже. Блин, насколько же здесь дубовое управление мышкой? Вы бы только знали. Вы бы только знали. Вот, вот, видели, как в слоу-моушене там отдача фигачит? Это просто жесть. Замечательно, они еще и не умирают нифига. Просто не хотят, отказываются.
протест против собственной смерти, это, конечно. У тебя нет выхода! Спокойненько. Я не то, что контролировать отдачу не могу, так я еще и прицелиться-то не могу. Да слезай ты, чё ты такой тупой? Ну тупой, а? Я думал, ты все-таки с той стороны забора. Жесть просто несусветная. Ну и что, и куда? Я еще понимал что-то, что здесь нужно сделать. То есть я мог это с самого начала сделать? А, тебя взломать. Чё? Чё за гоблин? Штурмоуха. Бабло нормально платят. 180 баксов. Стоила твоя жизнь, парень. 180 баксов. Так, а это что такое? Не объясняет, да, зачем? Ну, правильно. Пока тут разберешься. Блин. Хрень какая-то получается, господа хорошие. Не. Надо это ломать. Фух. Так. Допустим. Эй, кручу-верчу, запутать не хочу! Вау! Девчонки, не расходимся! Опа! Круть-круть-круть! Я дикий байкир с дикого запада. Моя подзорная труба настроена на твою шлюпку. Заплывай в мою гавань! Сисадминов такая интересная жизнь. Где хранят данные? Как их используют? Или это охранник? Не знаю, кто это. Нет, спасибо, иди в жопу. Так, доступ к сети района получен, хорошо. У всех на мобиле есть собачий лай, да? Ведь у всех на мобиле есть собачий лай. Ну, у всех уважающих себя людей на мобиле есть собачий лай, конечно. Куда же без него-то? Нет, пожалуйста.
Чё танцуем-то? Вы думаете, если вы будете танцевать, я вас не пристрелю, что ли? Да я ещё больше захочу вас пристрелить. Раньше я вот только что не хотел, а когда вы начали танцевать, я захотел что-то. Свали с дороги, скотина! Ну! Быстрее! Быстрее, блин! Быстрее! Быстрее! Я надеюсь, ты не умер там, а? Ты же не умер! Быстрее с дороги! Быстрее! Быстрее, твою налево! Быстрее, давай! Ну! Тупые, а? Спросишь по-человечески бампером в грудину, пихаешь, нифига не понимает. Вообще, ну что? Что за люди? О! Круто, сейчас будет погоня века прям, давайте. Погоня века номер два сейчас будет. Погнали устранить какую-то там цель, никому не нужно. Только для этого нужна более подходящая тачка, я чувствую, да? Правильно? Правильно, возьмем этот спорткар. Поехали. Радость. А еще увеличивает ваш член на полметра, да? А что вы чувствуете? Ну, у всех по-разному бывает. Я вот в большом пауке был. Соображаешь быстрее, помогает при подготовке к экзаменам. Что спрашивают, что вы чувствуете? Идите сами шерните, что у всех доставать спрашивают, что вы чувствуете? Иди шернись сам, что слабо, что ли? Бомж, денег нет на наркоту, ну что за люди вообще, что это за люди? Или нет, никакого уважения там к покою других, к покою наркоманов. Подходит к ним, спрашивает, что вы чувствуете под ширкой? Ну что он чувствует под ширкой? Штырит его, что он чувствует? Значит, решили прокатиться и пострелять? Нет. Я вам устрою веселую поездку. Я решил постоять на этом месте, а тут оказалось задание. Ладно, давайте прокатимся и постреляем. Желтая змейка. Вау. Устраните цель, пока не добралась до места назначения. Где моя тачка? Устраните, блин, цель. Устранить цель. Сам устранить свою цель. А ёкерный перец. Тупая баба, я что, опять кого-то сбил? Ай, да ладно вам, ну не уж... Я же сдохну, да? Я же сдохну. Нет, нормально. Что за машина попадается? Кто-нибудь, да не скорую помощь. Стой, только стой, только стой, только стой, ламбо. Погнали. Хороший музон! Не та машина была, да? Да твою мать, это что такое-то? Да что за неудачник такой? Такое, блин. Это было бы идеально просто. Это было бы просто идеально. Что это нахрен такое? Ты еще живой парень? А, живой, да, ну ладно, на, держи. По мордасам. А, черт, жопа мне пришла, да? Погоня века должна оканчиваться смертью героя.
Ну а как еще по-другому-то?